Мы с вами новую локацию разблокировали. Он взрывается. Так, а как его поймать? Эй, бро! О, жесть! О, май гад! Вон они, да, вот эти вот слаймы, вот этих, да. Я знаю. О, еще один здоровый гордо. Умри. Ой, жесть, сколько их тут! Ой-ой-ой-ой, ребята, что происходит? Всем привет, вы на канале Funny Games TV, и мы с вами играем в Slime Rancher. Slime Rancher. Ферма слаймов, ребят. Так, я смогу сейчас тут долететь до верха, нет, интересно? Со 150 зарядом. Давай, полетели. Давай. Да какого фига? Чё так плохо эта фигня летает? Как это работает, я не понимаю. Правда. О! Еще одно украшение? А что ты здесь сделал? Нифига себе. Так, а вот эту вот штуку как активировать, тоже непонятно. Ладно. Слушай, вот здесь же у нас нужен был ключ. Пошли посмотрим, может это сюда? Так, здесь опасность, да, но я сейчас быстро пробегу, чтобы они не сагрились на меня. Все, мы пробегаем, побежали. Побежали. Вот сюда ключик? Да! Это здесь! Сим, приказываю, откройтесь, мы с вами новую локацию разблокировали. Карьер Индиго, все, что осталось от провалившего проекта шахты. Так, отлично, достижение еще какое-то получили. Прикольно. Так, что здесь? Я всегда был абсолютно счастлив в одиночестве. Места вроде этого старого карьера мне всегда подходили. Мило, тихо и почти никого. Поэтому я решил, что жизнь, она беспредельно запредельно мне тоже подойдет. И знаешь что? Я проделал весь этот путь, и первый человек, которого я встретил. Но она изменила мое восприятие вещей, я думаю. Тишина уже не была чем-то хорошим. Мне нравился ее смех. Понятно. Пошел. Ой. Блин, бро, ты меня испугал. Как же тут красиво. Жесть, это кто? Бабах слайм. Нифига себе. Он взрывается. Так, а как его поймать? Эй, бро! О, жесть! Подожди, как тебя поймать, бро? А у меня места-то нету. Вот же жесть. Офигеть, полянка! Новые слаймы. Бабах слаймы какие-то. Прикольные. Музыка такая классная. Жесть! Ты чё творишь? Ты зачем бабахаешь тут мне? Ладно, побежали. Побежали, короче, домой, ребят. Прикольно, мы сюда вернемся, наверное, уже в следующей серии. Сейчас пойдем украшения отнесем. И потом... Ой. Злые! Ай, тихо! Тихо, ух, я выжил. Я живой. О. Так, окей. Бабах слайм. Прикольно. Я уже забыл, не знаю, я до этого видел. Я помню, зеленые какие-то слаймы радиоактивные были точно, а вот этих я не помню что-то, ребят. Все уже позабывал, давно не играл. Так, ладно. Что мы можем с этими украшениями делать? Куда их можем цеплять? Допустим... Серьезно? Как работает это? Что? Как? Хе-хей! Ты что, их назад можно в любой момент забрать? Прикольно. Так, нет, ты иди сюда, вот на серединку. Ну, почти. А ты вот сюда. Во! Красивые украшения, смотри. Прикольно. Ай, ох, нифига себе, тут сколько петухов. Кстати, а мне же вот тут задание надо. 3 курицы, и что у меня тут, 250? Ага, ну можно, в принципе, минутка осталась, давай. 1 петух, по-моему, да? Так, да, 1 кукарекун, по-моему, или 2. Не, 1. 1, кстати, на. И 3 курицы, изи. И тут смотри, сколько этих петухов. Так, одну мы выкинем. Все, и заберем зато. Вот, еще и квестик выполнен. Отлично. Ух, нифига себе, един жизнь, сколько всяких. Так, ладно, это мы все забираем. Так, все, места нету. Сейчас будем кормить. Сейчас будем все кормить. Так, продаем скалистый порт. Блин, вот тут жалко фосфорный вот этот. Это так, что он любит там? Я не помню уже. Ларго, фрукты и мясо. Фогафрукт, любишь?
Да, у него, по-моему, клубника, кстати, любимая. Да, нормально. Съел. Еще будешь? Нет, он фрукты же любит, а не овощи. Понятно. Так, это что? Это все ест. Это овощи и мясо. То есть морковку им надо. Это еда все ест. Ясно, понял. Хорошо. Поехали, скалистый порт. Кстати, тут порты у нас еще появились, нет? Вы накакали или не накакали? Нет, ничего не накакали, что-то. Тут тоже не покакали, и тут не покакали. Ух, тут 50. Можно продать 30-ку, и будут деньги. Давай, давай. Оп, оп, 2 валяется. Ладно, пусть лежит. Поехали, продаем, короче. В общем, неплохо мы сегодня... О, это что такое? Это вот этот взрывной? Столько стоит? 50! Мне срочно нужен этот слайм. Взрывной слайм, ребят, он стоит 50. Вы серьезно? Так, 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 так. Надо вернуться тогда туда. Жесть, 50. Так, у меня очень много морковки, надо бы покормить моих слаймов. Ну да ладно, побежали. Побежали туда, ребят. Блин, мне бы портал какой-нибудь, чтобы было так быстро путешествовать. Потому что, ну, это не дело так долго лазить. Ладно, сейчас поищем. Реально попробуем поймать вот этого взрывающего слаймика. Так, тихо. Взрывающий, а что он любит? Что он ест, интересно? Вот это интересно. Так, ой. Туда наверх тоже можно, понимая. Так, мы налево еще не ходили. Давай, ладно, сюда. Ну что, бабаха этого ловим. Они взрываются, надо их как-то быстро. Оп, бабах, слайм есть. Тихо. Сюда, бабахи. Сюда, бабахи. Оп, есть бабах. Есть. У-у-у, нифига, сколько вас? Откуда вы столько? Вот же жесть. Все, убил. Эй, бабах. А, это здорово, бабах. Еще есть где-то, нет? Не, вот этот маленький бабащенок. Бабащенок. Вот еще маленький, иди сюда. Блин, что они творят? Вот еще. Так, собираем, надо собирать. Так, вот это можно уже как-то? Сокровища? А как их открыть? Это с розовым, видимо, бабах обычный, да? Да. Ух, хорош. Хорош, так. Тихо, не бабахай. Не бабахай, да что же вы себя не бережете-то? Падайте вниз. Так, у меня есть бабах-порт один. Это неплохо. И бабах-смайлик. Смайлик-слаймик. Вот, дальше куда-то. А здесь у нас что? Давай сюда попробуем. Да, поднимись. Вот. Отлично. А, это просто назад возвращаюсь, да? Хотя, наверное... Блин, энергия нужна, чтобы остановилась. Да, класс. Смотри, какая территория. Сейчас повыше залезем, осмотримся еще. Да-да-да, взлетай, ну. Да, взлетели. Так, мы вот сюда не ходили с вами, в эту сторону. Сейчас как раз-таки... И посмотрим, что в этой стороне. А в этой стороне тупик, а вон я вижу этот сундучок. Отлично. Сундучок! Хорош! Много валюты и... Что тут? И это как свекла. Понимаю. Так, ну... Да блин, откуда вы беретесь? Умри. Умри. Ой, жесть, сколько их тут! Ой-ой-ой-ой, ребята, что происходит? Офигеть их тут. Чё? Ушёл. Интересно. Он дает порт какой-нибудь, нет? Так, еще один бабах. Порт. Блин. Блин, ну как этот секрет-то открыть? Сокровище закрыто, а как открыть? Всё, бабахов больше нету. Мне бабахи нужны. У меня всего 6 бабахов. И с кем их скрещивать, вот это вот непонятно. Блин, ну ладно, интересно, ребята. Ладно, побежал дальше. Очень интересно посмотреть, что будет дальше. Давай посмотрим. Так. О, еще один здоровый гордо. Здорово. Овощи он ест. Скалистый гордо. Ой-ой-ой-ой, я, похоже, открыл портал. Так, еще сундучок. Блин, еще украшения, но у меня нету места. Ладно, пусть здесь. Это что такое? Активировать. Да, хорош. Хорош. Открыл карту. Нифига себе здесь, ребят. Ну это просто жесть. А куда я могу? Так,
Местонахождение карьеры Индиго. 2 ключа и 16 аж секреток. Офигеть, вот моя ферма где? Вот здесь, наверное, да? Ладно. Окей, куда дальше? Так, это что? Еще одно сокровище. Как открывать сокровище? Так, я, похоже, бегу дальше еще. Да, вот они, бабахи еще. Это другое место. Пошли, бабахов забираем. Сразу, сразу, сразу. Тихо. Что это я? Что это такое? Что за камень? Нафига он нужен? Вау. Это еще. Это что такое? Чудной лук? Вот это чудной, конечно, лук. Иди сюда. А зачем чудной лук? Ну, взлетай. Как лететь? Во, взлетел. Бабах. Ой, упал. Ой, балбес. Сейчас бабах превратится в большого. Я его не смогу забрать. Давай. Да, блин. Это чье гнездо это? Да, вон уже там бабах один превратился. Все, он стал большим, и я его не успею забрать теперь. Блин. А, вот же тут есть проходик. Так, тихо, ежи. Во. И тут тоже бабах стал большим. Да что ты будешь делать? Хватит вам превращаться, а без моего этого ведома. Так, блин, ну тут так интересно, ребят, я даже не знаю. Я даже не знаю, сюда 100% надо будет возвращаться. Идти дальше еще. Смотри, мы можем тут взлетать. О, и еще одно сокровище. Водяные слаймы. О май гад, был. Сколько тут места. Еще куда-то там есть. Водяные слаймчики. Офигеть, лужа плорт. Что? Лужа плорт. Че вы едите? Вода. Еда, вода? Это как? Вы еду, воду едите. Хорош. Прикольно. Морква еще растет. Так, ладно, короче, давай возвращаемся, наверное. Хотя можно... Давай дальше еще пробежимся все-таки. Может, мы найдем все-таки телепорт. И сможем вообще на... Ой-ой-ой. О май гад. Вон они, да, вот эти вот слаймы. Вот этих, да. Я знаю. Быстрее, быстрее, быстрее. Посмотрим на них хотя бы. Вы кто? Реактивный слайм? Да, вот он. Ой, жесть, там что-то череп туда тоже, видимо, нельзя без, короче, обмундирования проходить. Офигеть. Реактивный слайм. Он, смотри, эту дает. Как ее? Как это называется-то? Ой, блин, не бей меня. Как это называется? Блин, забыл. Реактивность, нереактивность, как? Ой, блин, ты посмотри, что происходит. Куда ты полетел в воду? Ты чё? Ты что, дурак? Так, ладно, короче, не вижу я здесь порта, к сожалению, ребят. Портала, вернее. Какого порта? Портала не вижу. Вот, ладно, возвращаемся, наверное, домой все-таки. Побежали. Жесть, сколько здесь места, а? Прикольно вообще. Блин, может еще появится этот... А бабах слайм, нет? Нет, вроде не появляется. Сколько? О, сейчас бомбанет! Блин. Так, ладно. Появись, пожалуйста, бабах. Нет, ладно, все, пора возвращаться домой точно, ребят. Потому что уже опять темно. Может, я сейчас, кстати, еще поймаю на той лужайке бабах слайма. О, это что такое? Нет, кристаллы не поднимаются. Так, ну тут у нас... Я даже не знаю, у меня есть карта разветвления? Вот два. Есть налево, есть направо. А, вон еще. Вот какой-то... Это что такое? Если мы прямо пойдем? Сюда, что ли? Нет. Отсюда. А, наверх. Наверх надо прыгать. Вот жесть, сколько же здесь бродить, не перебродить. Давай попробуем взлететь. Надеюсь, у меня получится. Давай, давай, давай. Ну, вот... Ну что ты замер на месте? Ты серьезно? Как это работает? Как этот... Я не понимаю, как этот ранец работает. Такое ощущение, что он взлетает на определенную высоту и дальше просто лететь не хочет. Я не понимаю. Давай! Вот, видишь?
Ой, я застрял вообще. Ну, отлично. Просто гениально. Просто гениально. Я не знаю, как туда взлетать, ребят. Непонятно, то ли это отсюда где-то надо делать. Возможно, да. Возможно, что эта фигня, она работает только на прямых участках каких-нибудь. То есть она может взлетать... Вверх не можно взлетать. О, видишь, даже на этот уступ я не могу взлететь. Ладно, валим отсюда, короче. Все, теперь точно бежим домой. О, сейчас для слайма построим загон. Вот, вот здесь, может, еще бабах сейчас появится. Нет? Да, есть. Есть, есть, есть. Один. Один бабах. Ой, тихо. Тихо, друг. Так, бабахи, появитесь. Блин, а что один бабах-то только? Ой, ушел. Ой, он не умер. А, вот умер. Еще есть? Хватит вам хавать чужие порты! Блин, и фосфорный здесь появился. Сейчас тут вообще будет жесть, по-моему, полная, ребят. Сейчас будет полная жесть. Блин, ладно. Все, убегаем отсюда. Хватит, надоело. Бежим домой. Бежим домой. Нам надо будет, короче, сюда возвращаться. Но мне, наверное, все-таки надо... кормить, короче, бабах слайма, побольше брать у него плортов, продавать все это. Там, по-моему, по 50 рублей стоит один плорт. Это очень дорого. Это очень классно. Я сейчас продаю, блин, плорты эти вонючие за 14. За 14, и то он 1300 накопил. Вот, а если я по 50 буду продавать, я вообще быстро разбогатею. Ну, надеюсь. Так, сейчас, кстати, очень много фосфорных слаймов. Можно будет прибежать и поохотиться на них. Ну, не знаю, стоит ли, не стоит. Ладно, пойдем домой. Ферма, надеюсь, наша в порядке. Да, все в порядке, просто они хотят кушать. Так, это все едят. Это у нас фрукты и мясо любят. Так, ну надо строить загончик. Где? Ну, давай здесь, наверное. Так, загон, да. Строим, сразу делаем, наверное, воздушную сеть, да? И высокие... А, шарманку им надо, наверное, успокаивающая музыка, чтобы они не бабахали. И высокие стены тоже. 18 у меня осталось. Все, давай сюда этих слаймиков закидываем. Все, 10 есть слаймов. Играет шарманка. И надеюсь, с ними все хорошо. Еда, мясо они любят. А что у них любимая еда? Давай почитаем. Так, слаймы, бабах слайм. Еда, любимая еда, тернистая кур... Тернистая? Кур... Это кур... Это... Эй, а зачем ты бабахаешь? То есть вот это обычная курица? Да? Да. Обычная. А тернистая где? А где тернистую? Я еще такую не видел. Бабах плорт, кстати. Можно с кем-нибудь скрестить, и будут бабахи у меня еще новые. Так, это какая? Это каменистая. Тернистую курицу я еще не встречал. Да. Точняк. Ладно. Ладно. То есть они любят мясо. Для них курятника надо много очень. Так, а ты кто? Это кукарикун у нас. Давай кукарикуна им дадим. О, жесть! Эй, вы курей тут не поубивайте, на! Сели? Так, давай мне плорт сюда. Спасибо. Ух, хорош. Пошли, продадим 3 плорта. Так. А 48 уже? Ой, хорошо, ребят. Смотри. А вот это кто такой? Вот радиоактивный. Прикинь, если радиоактивно с этим смешать, будет супер-пупер топ. Жесть. Ладно, ребятки, давайте на этом, наверное, заканчивать. Неплохо мы с вами сегодня нашли нового слайма. Вот. Это вот у нас радиоактивный и бабах слайм. Будем продолжать развиваться. У меня еще тут куча портов, где я могу попродавать. Вот. Пишите в комментариях какие-нибудь советы, что вы думаете, с кем мне смешать бабахов, вот, чтобы выгодно продавать потом эти порты. Ну а с вами был Максим. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачки и пока.